В этом году фестиваль проводится уже 8-й раз. 8-й раз проводится он в России, в Москве. Это атмосфера, которая объединяет всех вместе, где собираются все единомышленники, я бы сказала, которые очень любят это творчество, это направление египетского танца. В этом году это особенный год, потому что у нас 75 городов и 12 стран. Обучающая программа, она построена на 8 дней, интенсивные занятия, 4 дня по 10 часов в день, экзамен и также обучающие сессии с оркестром египетским. И вторая часть у нас идет международный конкурс под египетский оркестр. И я хочу обратить внимание, что высокий уровень профессионализма музыкантов, которые работают со мной уже много-много лет и эксклюзивно на фестивале Cairo Mirage, участники могут увидеть только здесь. Of course, everywhere in the world they have a festival. Here in Moscow, in all of Russia, they have a festival from other people. Catch us in Cairo from maybe from 25 years ago. She has to do that because Catch us is not, she was from a, she was a very good dancer before in Cairo when she was young. She was very famous and now she has to have. I told her, I pushed her to do the festival. She said, you can be with me. I said, yes, I will do it. И Катя Эшта, идейный вдохновитель, автор, директор этого фестиваля, предоставляет нам такую потрясающую возможность расти, развиваться в танце, получать новые впечатления, осваивать новый опыт. Мы очень благодарны за это. По поводу конкурсной программы, это единственное мероприятие на территории России и не только России, я думаю, Азии, Европы, где полностью судейство международное и, я бы сказала, независимое. Конкурс проводится одновременно на двух площадках параллельно. Оркестр играет на двух площадках. Получается, что у нас два состава оркестра. To all, very happy, very good. Please, thank you, Katia Eshta, thank you, Cairo Mirage, thank you. We are happy because I am here in Cairo Mirage. Thank you. Да, особенные два гала-концерта, открытие и закрытие на фестивале Cairo Mirage, который только эксклюзивно для участников мероприятия. Спасибо огромное прародительнице Кате Эште за такой замечательный масштабный фестиваль, за таких крутых педагогов, которых она приглашает каждый раз. Фестиваль Cairo Mirage – это фестиваль, который меня вырастил в буквальном смысле этого слова. В 2011 году я выиграла конкурс, и с тех пор неразрывно связана с фестивалем. Я преподаю на нем, являюсь соорганизатором, помогаю. Этот фестиваль заставил меня полюбить египетский стиль танца, и теперь, как вы знаете, я живу и работаю в Каире, то есть я здесь выросла. Для меня Cairo Mirage – это самое крутое место, где можно встретиться со всеми моими любимыми девочками, учениками, ученицами и, конечно же, потанцевать под самый крутой оркестр. Cairo Mirage – это огромный багаж новых знаний. Спасибо большое Cairo Mirage, спасибо огромное Кате Эште за такой замечательный фестиваль. Я очень рада быть преподавателем здесь.